Ну тут нам, кстати, надо. На самом деле такие руки нельзя вот оставлять. Мне кажется, там надо хоть какой-то ремувал, потому что там может дико нас задавить. Аргенпорт, он очень быстрый, здесь хорошо раздает. Да, ремувал нам здесь нужны, типа торча. Что бы он саботажа промазал, было бы вообще хорошо, но нет. Будет ли он кого-то доставать? Окей, мерчант. Мерчант может пойти за Рунхаммером, за Ванквишем, за Макта и за Баннером. Как вариант. Давайте посмотрим, зачем он полез. Баннер, кстати, мог за баннером полезть, а просто это не видно вообще. Это Варвуд уже неприятнее, да? Ее хоть саль. Да, давайте на нее сейчас Блейд просто кинг, мы ее посалим, попробуем. Ну, не кинуть, все равно посалим. Блин, он скинет кукбук, да? Хотя он может скинуть торч, а кукбук нам вообще на что? Прямо, наверное, так на был. Да, вот и получили за это. Блин, там вроде мы больно и не поблокаем, да, здесь. И доставать нам кого, кстати, вообще. Доставать двух ризонов, поможет ли это вообще или нет. Торч, у него слишком полно, у него хорошо, у него и Ансин команды еще, и Фенрисы, и Рипнайс Ассасины. С другой стороны, это будет тот же самый ризон, да, поэтому да, давайте. Ритлен также сыграет, только не фаст с полом, но он еще тушку нам даст. Поэтому что так 3 урона, что с торчом 3 урона. Блин, а? И что вот с этим делать? Блин, а мы все не заблокаем, да? А это у нас будет 8. 8, слушай, надо вару блокать. Куда деваться? Что там в рот будет? Слушай, ну если мы сейчас не заблокаем, все бесполезно. Надеюсь, что он ничего не поднял и делал дабл-блок. Вдруг поможет. Не поможет.
будто даже и никак, да, только. Потому что... Хотя без разницы там было. Чтобы на пятерку не бил, то что на жизни мало. А теперь да, только блок-то здесь. Никак не поможет. Там два ванквиша, еще непонятно что. Да без разницы, может, конечно, достать. Мы проживем один ход всего лишь, все это ничего не даст. Ризана менять смысла никакого, да, нету. Просто если мы его не поставим, всего лишь... А, не, у него суфа, у него один суфакет только. Ну, один ход проблокаем, хорошо, но вряд ли все равно уже. Ну, там... Маг-то там что угодно может прийти. А, он просто слой убирал, сейчас достал. Второй раз, насколько я понимаю, не показывает карта с маркета. Показывает карта с маркета, когда ты ее первый раз достаешь, она была в маркете. Но сколько против раз меня там что-то убирали, доставали торч ниоткуда. И карта потом просто, когда из колоды возвращается, на ней вот этого маркера вот я не вижу. Или может мне только так кажется, но мне кажется... Кучу раз против меня доставали карты оттуда, и они не маркировались, именно которые были изначально. Так, ну, две ман тоже нельзя против этой колоды оставлять. Да, давай ас. Доживем мы? Да нет, доживем с двумя этими. Я думаю, сможем дожить. Титан делает то же самое. Просто Вара хилит на 5. А Титан не дает тебя пробить. Потому что у него эндура. Плюс еще летать запрещает. Ну, конечно, против Эдит другое дело, но здесь Эдит практически нету. И так 5-6, так 5-6, только тут хилит, а там блоки стоит. Так, ну ладно. Еще раз похилиться нам, что ли? Ну давай, куда деваться. У него просто есть пушечки, если он будет вешать пушечки, нам будет совсем плохо. Теперь вопрос, что нам здесь хуже? Мне кажется, здесь Харшу нам вообще будет хуже. У нас пока нету ни зеленой. Да, давай уберем Харшек и достанем Пурифайку. Одного пурифаем, другого... Блин, а? И саботаж прилетел. Ну вот. Ну ладно, 2-2. Поменялись.
Слушай, ну убираем ХТВ, что делать? Лезем за кукбуком. Может, чем-нибудь будем дроводить хотя бы. Что еще творить-то? На тебе. Капушенку надеть на нее сейчас? А, не, просто флейм. Ладно, пару раз можно пропустить. Окей, ладно. Что-то биваться дальше, а что нам доставать, вообще непонятно здесь. Но нам ее ставить все равно надо в дабл-блок. Земелька нам нужна. Хотя красно-белая нам земелька не нужна, потому что... Нет, под ХТВ нужна она будет. Тяжко. А давай попробуем, рискнем. Жизнь еще есть, можно поторговаться. Давай. Зелененькая. Нет. Давай ХТВ, может быть. Фенрис сможем убить хотя бы. Но он уже, блин, две подровал. Это прям кукбук на ножках. За две маны, за три дровается. Наносит три урона. А, у него нигилейтов нету, да? Поэтому можно тут отдать сюда, а потом ХТВ поставить. Хоть какой-то прогресс. Ой, Find the Way за 0. Вообще по красоте. Зелененькая и зель... А, зелененькой больше нету, да? Давай-ка мы подровываем, да? А, еще кукбук, а там ХТВ, да? Ну ладно. Стоим в дефе. Мерчант, мерчант, да, ванквишем пошел, наверное. Можем мы пропустить? Давайте пропустим. Вдруг получится подловить. Еще кукбук, а? Ну куда нам? Три кукбука до 0. Хочешь, чтобы мы попробовали разменять ее на ХТВ? Вдруг попадется. Хоть какой-то шанс будет. Не, я хочу ее убить, в том-то и дело. Я хочу просто ее убить, а не... Просто пропустить, да. Жизни мало, мне нужен ризом. В
Мне нужен Ризен. Просто знаешь, у меня фас, он думает, может быть Торч, а может быть Маршал. Видишь, не пошел он в атаку. Да ё-мо, это куча кукбуков. Все четыре кукбука поймал. Можно в усмерть удроваться с ними. Чё, Валька, да? Чё, будем в атаку ходить? И чё, подровываемся, давай одним подровываемся. Ой, страшно, конечно. Нет, слушай, я хочу одну убить. Ходить с ним в атаку и оставить маршал на всякий случай. Мы еще мы кукбук просто уберем. Чем так нам может, сколько у нас уже книжек, нам может прилететь, поэтому надо аккуратно быть. Так, окей. Бомбочка вниз. Давай, куда деваться? Сейчас мы, короче, это пострадаем полной фигней. Супер опасно. Опа. Ладно. Наготовили мы. А, минус райс. Не сходим мы теперь. Честно, сейчас бомба прилетит. Да. Ну а куда деваться? Дроваться все равно надо было.